Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет распаковка вот такой посылочки от Коли Владимира Ильича. Прислал мне в Иванс канал Twist TV. Это уже вторая его посылка, и весит она аж 1800 грамм. Так, я без понятия, что здесь находится. Давайте ее откроем. Так, как бы ее вскрыть поаккуратнее. Вот так вот. Вижу логотип Лего. Так. Такая большая, что вообще не влазит мне, в общем-то, на стол. Точнее, в объектив камеры даже. Ой, так. Сейчас я открою по-быстренькому. Итак, вот наша коробка. Лего, тут брикс. Скотч такой вот. Не знаю, откуда он взял вообще. Итак, давайте мы откроем. Вот так вот все это открывается. Так. И вот так вот. Фух. Вот такая у нас посылка. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Тут у нас вот такие вот какие-то вафли. Beyond Time. Какая-то тут девушка изображена. Belgian First Cookies. Типа вот эти вафли, они бельгийские. Ну и как-то так. Вот такие вот вафельки из Бельгии. Спасибо. Так, дальше. Ого. Вот такие вот какие-то печеньки или конфетки с бананом. Я таких тоже, на самом деле, не видел нигде у нас, что продавались. Спрошу, в общем-то, где он потом их взял. Вот такие вот, короче, печеньки. Так, далее. Говядина сушеная. Хотел я как-то купить реально такую на обзор, но что-то потом думаю, да ну зачем, не надо. Вот как раз вот Ван подогнал, сейчас обозрим потом. Такая вот говядинка. Дальше еще такие же, такая же фирма, Beyond Time, только тут какие-то уже печеньки. То есть, вот видите, молочный шоколад, белый шоколад и темный шоколад, по идее так. Так, дальше у нас такие вот конфетки-тачки. Господи, реально, как будто в детство вернулся. Конфетки такие в детстве покупал, когда вот мультик только вышел, тоже были похожие конфетки. И я вот, мне что-то родители покупали. Так вот, прикольная штука. Пупырка. Так, это у нас что? Это у нас что? А, это я понял, что это я видел, у нас продается тоже. Но как-то вот я все никак руки не доходили купить на обзор себе. Так, сейчас я это распакую. Тут типа у меня было вот от этой фирмы уже Nutella, типа Nutella and Go. А тут такие вот типа вот печеньки и внутри шоколад. И тут у нас как по традиции этой фирмы ластик лежит. Так, спасибо. Ого, блин, вот это вообще офигенная вещь. Я, на самом деле, вот без Стёба реально искал от фирмы ее, как называется, фирма Фини, такие вот бургеры-жвачки, и я почти заказал их, рублей за 500 они стоили, где-то на eBay я их почти заказал, а тут вам вот такие вот подогнал мне из Егорьевска, блин, вообще офигенно, спасибо. Так, дальше, это что-то такое тяжелое, это, скорее всего, какой-то напиток, он прям какой-то тяжелый, может, и не напиток. Сейчас посмотрим. Так, ну стеклянная тара, во-первых, что довольно-таки интересно. Пампелма, 100% лимон. А, грейпфрут. Фрукт грейпфрут основной, 100%. Ну, не знаю, пил я, конечно, сок грейпфрут, но там он был, конечно же, разбавленный. Это, наверное, он прислал, чтобы поржать, как я его буду пить. Он там, наверное, 100% ядреный какой-то. Ну, короче, попробуем все, конечно, скажем. Скажу свое мнение. Так, пакетик у нас, пакетик. А, господи, он это все покупал вот на заправке Газпром нефть. Он мне говорил, что покупал это все на заправках. Все, я вспомнил. Так что вот, если что, кто захочет такое что-нибудь купить, ищите на заправках. Так, вот такие у нас здесь маршмеллоу. Teddy Marshmallows. Fat Free. А, типа, что даже не толстеешь от них. Ну, круто вообще. И вот какие-то такие вот чипсики, или снеки, написано снэк, cheese and onion flavor, то есть сыр и лук, либо чеснок. Так, вот так вот все это выглядит. И давайте же наконец прочтем письмо, в коробке у нас больше ничего нет. Итак, письмо. Письма нет, лол, хз, что писать. 18.02.2014, by Vavan. Посылки, кстати, многие спрашивали меня в личку, сколько вот идут, типа вы с Ваном живете рядом, сколько вам идут посылки. Все вот три посылки, что мы отправляли, то есть я ему одну отправлял пока что, и он мне две, все они заходили ровно за два дня. То есть идут они вообще быстро относительно Почты России.
Ну и расстояние, в принципе, тоже небольшое. Так, вот такая вот посылочка была, очень крутая, конечно, от Вована. Спасибо ему огромное за это, ссылочка на его канал будет в описании, в принципе, хотя, я думаю, все его знают. Но если кто не знает, ознакомьтесь. Ну а на этом все, всем удачи, всем пока!